случилось? Ничего. Смотри. Это свет? Это северное сияние. С планеты его наблюдают только в высоких широтах. Но отсюда нам видно весь... Мария! Спасибо. Я просто немного переволновалась, и все. Низкая гравитация всего лишь ослабляет симптомы твоей болезни. Ты же знаешь, тебе нельзя напрягаться. Я знаю. Ты прав. Но когда дело доходит до красоты Земли, я не могу удержаться. Не могу дождаться, когда мы наконец вернемся. Я родился здесь. Не знаю, есть ли мне место на Земле. Профессор Джеральд создал меня как совершенную форму жизни. Как лекарство от всех болезней! Как твое лекарство! Вы с дедушкой большие молодцы. Я просто счастлива проводить время с вами, пока вы проводите свои исследования. Тревога! Брешь в отделе экспериментальных вооружений! Несколько субъектов совершили побег! Перекрыть всех! Этот робот полетел в дедушкину лабораторию! Ты должен помочь ему, Шену! Я разберусь. Жди здесь. Я вернусь. Обещаю. Так. Это гвардейская армия наций! Приготовиться к стыковке! Солдаты ворвались на арк и разрушают наработки. Но еще рано. Все происходит слишком быстро. Профессор, нам нужно... Началось все из-за арк. Мог ли он выжить? Нет, я не верю. Мне нужны ответы.